Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Сад без секретов». Меня зовут Светлана Налетова, я садовод. Абрикос уже давно перестал быть исключительно южной культурой. Многие сорта абрикоса успешно растут и плодоносят даже в северных суровых регионах. Но жителям северных регионов нашей страны стоит быть особенно внимательными при выборе сорта для того, чтобы каждый год получать от ваших абрикосов хороший, богатый урожай. Сегодня мы находимся на Челябинском государственном сортоиспытательном участке, где руководитель госсортоиспытательного участка Михаил Лезин готов вам представить несколько очень надежных для северных садов сортов абрикоса. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что Михаил не только назовет вам очень надежные сорта абрикосов, но и расскажет, как правильно выращивать эту культуру, чтобы гарантированно получать урожай. Рассказывать про сорта абрикоса – это наша, наверное, уже традиция ежегодная. Мы каждый год представляем сорта и каждый год не перестаем им восхищаться, потому что эта культура действительно стала вот нашей такой прям родной культурой, надежной, зимостойкой. Мы каждый год уже, вот последние годы, мы практически ежегодно получаем стабильные и высокие урожаи. На заднем плане, вот сзади меня, сорт «Сибиряк Байкалова». Это сорт сибирской селекции. Действительно очень надежный, зимостойкий, стабильный по урожайности. Плоды крупные, порядка вот 25, даже может 30 граммов. Хорошего вкуса, вполне хорошего, на твердую четверку. И для употребления в свежем виде, и для переработки. Можно и джем делать, и варенье. Отличный сорт, на самом деле хороший, заслуживает огромнейшего уважения. Если некоторые сорта особо десертные, которые на твердую пятерку по вкусу, они могут еще не пойти где-то там в пониженных элементах рельефа, где заморозки покрепче, то вот сибиряк Байкалов — это наиболее надежный сорт в плане вот устойчивости к заморозкам, где зимы посуровее бьют. Это вот действительно такой надежный сорт. И даже есть вот стопроцентные факты, что этот сорт даже в городе Миасе плодоносит. Это я точно вам скажу. Горная местность, где гораздо суровее зимы, и заморозки крепче, и ничего, он у них стоит с обильным плодоношением, они очень довольны. Поэтому я рекомендую для тех, кто еще пока не начал испытывать абрикосы, но хотел бы и боится, что он у них будет вымерзать или страдать от заморозков, рекомендую начать вот с таких вот сортов, которые колоссально зимостойкие. Абрикос снежинский. Это сорт, который еще называют сортом «Восторг», потому что действительно, когда он у вас посаженный, и вы дождетесь плодоношения, и увидите его буйное плодоношение, отличного качества плодов, вы действительно будете в восторге. Сорт «Восторг» или реестровое название «Снежинский» выведен в городе Челябинске, и, соответственно, он является достаточно адаптированным к нашим условиям, к любым условиям. Хоть в теплом у вас месте находится участок, хоть в прохладном месте, где бывает застой холодных ветров, там заморозки и так далее. Это действительно колоссально зимостойкий сорт, устойчивый и к заморозкам, и к любым непогодам. У нас на сортоучастке, вот в этом году он еще немножечко не поспел, буквально вот дня 3-4-5, и он будет в полной зрелости. Но тем не менее, благодаря тому, что вот сейчас проходит съемка, вы можете увидеть его обильнейшее плодоношение. И урожайность, которую я сейчас назову, 30, 40 и 50 килограмм с дерева, это не вымысел, это реально. То есть, это вот если вы хотите не просто побаловать себя там одним-двумя там крупными вкусными плодами абрикоса, так, чтобы вот накормить всю семью, сделать там заготовки, варенье, компоты, джемы, соседей накормить, родных накормить. Это вот надо вот сажать вот такие вот сорта, которые, ну, точно вам дадут колоссальный урожай, чтобы хватило на всю большую семью. И заготовки сделать, и в свежем виде покушать. Вполне хорошего вкуса, на твердую четверку. Масса плода порядка 18-20 граммов. Плоды привлекательные, с отделяющейся косточкой. Хорошо идут в переработку, хорошо идут в свежем виде. Абрикос – это надежная культура, которая уже давно себя хорошо показала. Особенно вот эти сорта, которые я сейчас называю, так это действительно уже проверенные, много лет проверенные, надежные сорта. Это сорта Челябинской селекции, Кичигинский, Восторг, вот дальневосточной селекции, сорт Хабаровский, так это вообще эталон вкуса, Хабаровский, Академик. Не случайно, наверное, их люди ищут, хотят именно эти сорта посадить, потому что они заслуживают огромнейшего внимания к себе. Вот сорт Чемпион Севера, сорт Огни Челябинска, это вообще наш сорт авторской селекции. Огни Челябинска — очень интересный сорт, более позднего срока созревания, который позволит вам вообще растянуть срок потребления свежих абрикосов с практически с середины июля до начала сентября месяца. Поэтому я думаю, что надо обращать внимание именно вот на эти вот проверенные сорта абрикосов, и тогда вы точно не останетесь разочарованными в этой культуре. Сажайте, испытывайте. В принципе, они вполне хорошо подходят не только для нашего региона, и даже в более северные сибирские регионы. Но не то, что не подходят, они там растут и плодоносят, это уже такой факт. Поэтому то, что вы себе посадите, это уже не риск. Обратите внимание, абрикос хабаровский — это вот его нормальный размер.
То есть буквально 4-5 штук, и ладошка у меня будет полная. Масса плода у него 40-50 грамм. Это, то есть, вот, обратите внимание, это размер с небольшое яблочко уже. Вполне приличный размер, вполне приличный вкус. И ядро у него сладкое. Абрикос хабаровский – это эталон. Просто эталон по качеству плодов для нашего региона. Лучше практически не найти. Вот и по вкусу, и по размеру, и по всем его характеристикам. Абрикос – это культура перекрестная, опыляемая. Это, наверное, все уже хорошо знают. Поэтому нужно обязательно иметь поблизости два разных сорта абрикоса. Либо на соседнем садовом участке лучше. У себя, конечно, пару разных сортов. Вот. И тогда вы гарантированно останетесь с плодоношением. Особенно, если у вас абрикосы будут немножко отличаться по качеству плодов и по сроку созревания. Вот я вот рекомендую, например, из ранних вот посадить хабаровский, который вас порадует десертными плодами. Просто эталон вкуса на уровне магазинных привозных абрикосов. У него еще и ядро сладкое. И, например, вот огнечик Челябинска, который немножко попозже сроком созревания, хорошего такого вкуса, надежный, колоссально зимостойкий. Или, например, другие вот сорта, вот кичигинский или снежинский, которые восторгом еще называются. Пару сортов вот разных вот выбрать из тех, которые я рекомендую, в принципе, вот вы точно не разочаруетесь, будете довольны. Вот абрикос в целом в условиях любого садового участка, конечно, нужно все равно выбирать наиболее возвышенное место, наиболее солнечное. Абрикос не выдержит затенения, долго он вас не протянет. Обязательно самое солнечное место, и если перед ним какое-то деревце, кустарник или еще что-то, обязательно уберите, чтобы и в приствольном кругу ничего, никаких грядочек не сидело, ни перед ним, ни сбоку него, чтобы вот его на самое открытое место посадить, на самое солнечное, но при этом желательно защищенное от ветров, конечно, сильных. Вот, и тогда вы гарантированно получите урожай этой культуры и будете в восторге. Когда вы смотрите видео на нашем канале, где мы рассказываем о замечательных сортах, то непременно интересуйтесь, а где же можно приобрести саженцы. Посмотрите в описании под этим видео, там вы найдете ссылку на интернет-магазин компании «Сады России», где вы найдете не только перечисленные сорта абрикосов, но и многие другие замечательные сорта. Если вам понравились эти советы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Сад без секретов», а в комментариях я предлагаю вам рассказать, выращиваете ли вы абрикос в своем саду или по-прежнему считаете его южной культурой. Удачи!